Всем привет, ребятки. Под моим видосом вся правда о ютубере. Одна из моих старых подписчиц по совместительству коллега Людмила Микитюк оставила комментарий, такой объемный, обширный, с вопросами. Она, значит, пишет: приветик, отче, понравится твоя тема разбора каналов. Я вот уже начала заниматься анализом топовых каналов. Я, кстати, твоя одна из первых подписчиц, и ты, отче, вырос. Формат видео стал более динамичнее, интереснее и полезней. Продолжай в том же духе. Подскажи, с помощью какого приложения ты смотришь всю аналитику других каналов по скриптум? Было бы очень приятно, если бы ты и мой канал проанализировал, раскритиковал, что же я сделаю не так, что мало подписываются. Или может все дело во мне? Людмила, ну, во-первых, спасибо тебе большое за отзыв. Приятно слышать от подписчиков отзывы. Смотри, приложение называется VidIQ. В простонародье Видик, просто видик. Работает это приложение на хроме. Как его найти, установить, всю информацию можно узнать в Яндексе, в Ютубе без проблем. Вот, а насчет твоего канала, я видел, часто видел твои комментарии под своими роликами. Ну как-то не доходили руки у меня, чтобы зайти и посмотреть, чем ты занимаешься. Сегодня, благодаря твоему комментарию, у меня появилось такое желание зайти и посмотреть на твой канал. Это было утром, перед походом на работу. Что же я там заметил? Заметил много косяков. Скажу сразу, сейчас я подготовлюсь, и мы начнем разбор твоего канала. Я скажу тебе всю правду о твоем канале. Думаю, тебе будет интересен, как ты уже и написала, да, взгляд со стороны. Итак, давайте приступим к обзору канала Людмилы Микитюк. Под моим видосом вся правда о ютубере. Людмила Микитюк. Переходим на ее канал. Сразу, что я вижу? Я вижу, что теги канала не прописаны. Смотри. Где мой карандашик? Чудо! Карандашик. Теги канала не прописаны. Блок о жизни, путешествия, о красоте. И все. Это очень мало. Допустим, вот на моем канале, да, я буду все показывать на своем примере. Сравнивать со своим каналом, допустим. Мой канал. Ты видишь, сколько тегов прописано в дополнительных настройках канала. Советую тебе сделать так же. Где это делается? Заходим в менеджер видео. Вкладка канал. Вкладка дополнительно. И вот здесь ключевые слова канала, вставляем все теги. Как найти теги, которые нужно вставлять в ключевые слова канала? Все элементарно. Заходим в YouTube Analytics. Здесь выбираем источники трафика. В источниках трафика выбираем поиск на YouTube. Здесь все слова, по которым находили, ну, в данном случае, мои видео. На своем канале ты увидишь все ключевые слова, по которым находили твои видео. Это же логично, да? Выбираем все видео. Выбираем гистограмму. Пожалуйста. Вот 25 самых популярных слов, самых релевантных слов для твоих видео. И просто элементарно берем, копируем все эти теги, Ctrl-C, заходим в любой текстовый редактор, Ctrl-V, ну а потом лишнее все убираем, вставляем запятые и закидываем в ключевые слова канала. Туда помещается 500 символов. Это примерно 20-25 ключевиков. С этим, думаю, понятно. В любом случае, ключевые слова канала прописать нужно. Далее, смотрим вкладку о канале. Что ты пишешь о себе? Всем привет, меня зовут Людмила, я из Украины, Киев. Радуюсь жизни, наслаждаюсь природой, дарю позитив, самосовершенствуюсь и делюсь полезным опытом с другими. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Если вам нравятся разные девчачьи, то добро пожаловать на мой канал. Думаю, что каждый найдет что-то для себя. И представлены ссылки, где тебя можно найти в различных социальных сетях. Мне нравится описание канала, все понятно. Как зовут, чем занимается, что делает и как найти в социальных сетях. Шикарно. К этому претензий нету абсолютно. Давай посмотрим, как у тебя оформлена главная страница. Витек, привет. Привет. Отработал? Молодец. Главная страница. Все видео, популярные, понравившиеся, все плейлисты. Все. Этого очень мало. Люда, хочу тебе сказать прямо, этого мало. А в вкладке плейлисты, что у тебя находится? Плейлисты есть, но их очень мало. Прически, рецепты, путешествия, лукбук, книги, здоровье, продуктовые покупки. Советую тебе сделать больше плейлистов, прям много. И по большей части вынести их на главную страницу.
пятницу, потому что плейлисты хорошо котируются в поиске. Я буквально сегодня посмотрел где-то 5 видео крайних на канале Матвея Северянина, называется один из его каналов «Оценка каналов». Оценка YouTube каналов. Есть отличные примеры. Советую тебе тоже подписаться на канал «Оценка YouTube каналов» от Матвея Северянина. Смотри, плохой канал на YouTube. Как сделать канал плохо? Выгодно ли делать канал про Pokemon Go? Оценка каналов с кубами и опционами. Как хорошо сделать канал на YouTube? Реальный пример. И то есть Матвей там рассматривает каналы, начинающие каналы, и указывает на недостатки либо плюсы данных каналов. Тебе будет полезно узнать мнение Матвея. И вот Матвей, я, кстати, от него взял эту фишку про плейлисты, да, Матвей сторонник того, чтобы на канале было много-много плейлистов, и чтобы по большей части они были вынесены на главную страницу, чтобы человек, когда зашел к тебе на канал, новый человек, новый зритель, чтобы он спокойно ориентировался во всем многообразии твоих видео. Далее, посмотрим на вкладку видео, какие превьюшки ты делаешь. Вот, если смотреть издалека, то они интересные, мне нравятся. Кипр, Кипр, Кипрус. Вот здесь, например, на данной превьюшке можно было бы сделать обводку черной, чтобы лучше читалась издалека данная превьюшка. Смотри, слово влог съедается частично. То есть можно было поднять немного. Практически на всех превью ты улыбаешься. Это есть плюс. Улыбаешься, 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 улыбаешься. Люди приходят на YouTube за позитивным настроением, для того, чтобы поднять свой эмоциональный уровень настроения. Это ты делаешь правильно, молодец. К превью у меня претензий нету. Практически нету. Вот, допустим, да? Вот это превью. Смотри, здесь, оказывается, есть слово влог. Издалека это слово вообще не видно. То есть, ну, нужно было сделать как-то либо с белой обводкой, либо буквы сделать белыми, а обводку сделать черной. Ну, что-то в таком духе, чтобы читалось издалека. Вот пример хороший, хаул, да? Издалека видно шикарно. Вот, пожалуйста, влог. Тоже издалека видно шикарно. My evening routing. Блин, за 2 метра можно увидеть. Все супер. В этом ты молодец. Теперь давай посмотрим, как ты оптимизируешь видео. Заходим на крайнее видео. 3 дня со мной. Видео на 53 минуты. Смотри, остальные видео у тебя по сколько, кстати? 14 минут, почти 10, 22, 7, 11, 11, почти 9, 12, 14, 8, 12, 24, 22, 23, 15. Смотри, какая фишка, да? Я сторонник того, чтобы делать видосы от 10 минут. Ну, в последнее время я сторонник этого. Последние месяца 3. Давайте я, наверное, включу свету, чтобы меня было лучше видно. А то вечереет, возможно, мое лицо в мурашках. Так вот, я сторонник того, чтобы делать видосы от 10 минут. Почему? Ну, ты уже, наверное, в курсе, да? Потому что можно вставить много-много-много рекламных пауз, в которых будет не факт, что в каждой, но показываться реклама. Но смотри, 53 минуты твое крайнее видео, ты видишь? Ну, на мой взгляд, это очень долго. Я бы сделал как, допустим, да, если у меня есть материал на 53 минуты, я бы разбил на части. Там, 3 дня со мной, парт 1, там, парт 2, парт 3, парт 4, и в течение недели выкладывал бы их. Либо там 2, 3, 4 видоса в день выкладывал. Смотря сколько у тебя видосов на очереди стоит, да? Почему? Потому что, ну, 53 минуты смотреть, я думаю, мало кто будет. Удержание аудитории здесь будет крайне низкое, на мой взгляд. А вот 10 минутки шикарно. Людям всегда хочется свеженького чего-нибудь. Но это у тебя один такой видос, самый грандиозный. Я так понял, что тебе было лень делить его на части, да? По остальным видосам смотри. 14, ну, 22 тоже можно было разбить. 7, 11, 11, 9. В принципе, нормально, но все-таки вот на тех видео, где у тебя материала немного не хватило, да, до 10 минутки, до стандартной 10 минутки. Вот, допустим, 9.40. Можно было просто вставить черный экран. Как, опять-таки, допустим, я это делаю. Смотри, у меня есть видос свежий совсем, как я покупал соковыжималку. И у меня материала не хватило до стандартной 10 минутки. Что я сделал? Спасибо, я с вами прощаюсь. Всем пока.
Ты видишь, я просто вставил черный экран и призыв к действию. Подпишись на канал, бро. И растянул этот черный экран на ту самую минуту, на которую у меня не хватило материала. Для чего? Для того, чтобы была стандартная 10-минутка, чтобы я туда вставил 11 рекламных пауз. Советую тебе делать так же. Эффективность рекламы будет в разы выше. Я тебе гарантирую. Проверено. Дальше. Давайте откроем несколько крайних видео для образца. Поставим их на паузы и посмотрим на название, теги и описание. Итак, над последним видео описание. Ну, слушай, описание у тебя, конечно, шикарнейшее. Ссылок миллион на предпоследнем видео. Ссылок тоже миллион. Превосходно. К описанию претензий у меня нету абсолютно. Да, шикарно. Путешествия, косметика, продуктовые покупки. Все разбито по плейлистам. Ссылки на плейлисты. Молодец. Это ты делаешь правильно. Теперь посмотрим теги. Название твоего видео. Моя новая уходовая косметика от Ирен Букур. Людмила Микитюк. Что мы видим в тегах? Косметика, косметика, новая косметика, новая уходовая косметика. Ну, в принципе, правильно. Да, слово косметика у нас есть в названии. Но что идет дальше? Лак для ногтей, укрепляющий лак, крем для лица, умывалка для лица. Этих слов в названии твоего видео нету. То есть как, смотри, в тегах советуют использовать те ключевики, которые встречаются у нас в названии к видео. Для видоса лучше всего, когда слова у нас дублируются и в названии, и в тегах, и в описании. То есть теги ты прописала полностью, я думаю, да? Все 500 символов, которые разрешает YouTube. Но вот, видишь, ни один из них не зашел. Это печально. То есть я бы заменил теги на другие. Как я ищу теги для русскоязычных видео? Допустим, берем ключевик «Уходовая косметика». Ctrl-C. Переходим на сервис от Яндекса под названием WordStar. Статистика ключевых слов на Яндексе. И вставляем сюда уходовая косметика. Сколько людей ищут данное словосочетание? Пожалуйста, смотрите. Уходовой косметики 4000. Уходовая косметика 4000. И дальше идут ключевики, связанные с этим словосочетанием. То есть отзывы, отзыв для лица. Лучшее 16-й видео на Ютубе. И чтобы не париться с названием, да, ты, я смотрю, здесь вставила... Ну, какие-то другие совсем теги. Укрепляющий лак. Лак для ногтей. Крем для лица. Надо было либо эти ключевики прописать в названии, либо их не использовать. Если я выбрал ключевик, я просто беру несколько ключевиков. Ctrl-C. И все так же вставляю их в любой текстовый редактор. Убираю все лишнее. Прописываю запятые. И вставляю. То есть по таким ключевикам ранжирование твоего видео в YouTube будет намного лучше. Также смотри. Ты в названии используешь свой бренд, получается, да? Ну, имя и фамилию свою. Людмила Микитюк. У тебя подписчиков около 3000. Вряд ли кто-то будет искать твой канал, так как ты еще не раскрутилась, да? Ты еще не такая популярная, как, допустим, та же самая Катя Клэп или Мария Вэй. Если человек все же будет искать тебя, он забьет Микитюк, то в первую очередь YouTube покажет твой канал. Давай проверим. Пишем Микитюк. Вот есть. Пожалуйста, видишь, твой канал уже по умолчанию будет на первом месте. То есть смысл добавлять бренд, твое имя и фамилию в каждое видео, ну нету. Никто не будет по этому ключевику искать твои видео. Если же вдруг и будут, то они найдут твой канал сразу. Без проблем зайдут и будут смотреть. Поэтому в данном конкретном случае я бы вместо Людмила Микитюк вставил бы тот же самый лак для ногтей, либо умывалка для лица. Смотря о чем ты рассказываешь в видео. Смотри, YouTube позволяет в название к видео прописывать 100 символов. Благодаря приложению VidIQ, вот оно, да? VidIQ Basic, бесплатное. Когда мы загружаем видео, ну, допустим, давай я попробую что-нибудь загрузить. Смотри, видишь, благодаря приложению VidIQ здесь показывается, сколько символов уже используется и сколько символов можно использовать. Давай посмотрим. Твое название вставляем сюда. У тебя 61 символ. То есть еще 40 символов
каналов. Можно было бы довставить ключевиков, я имею в виду. А если мы уберем Людмила Микитюк, то здесь еще 55 символов можно было бы вставить. Советую тебе забивать все 100 символов. А разные темы разделять просто палочками, вертикальными либо косыми, ну типа новая тема, да? Аналогичный совет по тегам. Смотри, в твоем видео, скорее всего, не все 500 символов использованы. Видишь, благодаря приложению VidIQ здесь также показывается, сколько символов использовано, а сколько возможно использовать. Советую тебе забивать прям по полной программе, там 499 символов, чтобы было использовано. По максимуму. Описание у тебя и так хорошее, к ним претензий нету. А вот с названием и с тегами надо еще поработать. Давай посмотрим, ну допустим, да, ты здесь использовала лак для ногтей. Вставим его в тот же самый WordStat. У лака для ногтей, у этого ключевика, бешеная популярность, смотри, 215 тысяч. То есть можно также взять, выделить теги понравившиеся и прописать их в своем видео, без проблем. Думаю, с тегами и с названиями ты поняла, да? Каждое видео я не буду рассматривать по тегам. Сейчас посмотрю два крайних, зашли там теги или нет. Смотри, перемены в жизни зашло на предпоследнем видео. Перемены в жизни. И на последнем видео ничего не зашло. Тут еще какой момент. Заметил у тебя, что ты не делаешь пробелов. На последнем видео, смотри, 3 дня со мной, пробелы есть. Потом идет двоеточие и сразу покупки. Но YouTube-то видит это как одно слово. Вот это получается один ключевик. Мной двоеточие покупки. Такой запрос никто не вводит. Поэтому нужно делать пробелы. И далее, смотри, неделю слэш покупки. Это у нас получается тоже одно слово. Никто так не забивает. Поэтому совет все-таки делать пробелы между словами. И у тебя такой косяк везде. Да, смотри, другой город без пробелов, косая, новая квартира. Боже мой. У тебя здесь получился вот это вот все. Получилось как одно слово. Вообще без пробелов. Возможно, в этом проблема, что тебя не находят. Экспериментируй. И последнее, что хотел бы сказать, что-то видео уже затянулось. Обрати внимание, как я монтирую свои крайние видео. У меня в основном идет там ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, без пауз, без каких-либо. Почему? Потому что я все эти паузы между словами вырезаю при монтаже. Конечно, это геморно, я согласен. Но со временем можно быстро к этому приловчиться и тратить на это не больше 40-50 минут. Ну, примерно как у меня сейчас это занимает, да. Если у меня материала, допустим, как сейчас на 28 минут, для того, чтобы смонтировать 10-минутное видео, у меня уйдет около часа. Во-первых, это и зрителю будет интересней, и картинка будет более динамичней, и подписываться люди будут охотней. Основные советы я дал. Думаю, с каналом у тебя будет все хорошо. И свою нишу на YouTube ты все-таки займешь. На этом все, ребята. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, делайте репосты в социальные сети и обязательно подписывайтесь на мой канал, дабы не пропустить следующие видео. И будет вам счастье. До скорых встреч!